Вот у нас старперчики, пенсы. И Давид, молодой орел. Сейчас придет поезд, и мы поедем за грибочками закрывать сезон. Сегодня отличная погода, солнышко, рельсы и пенсы. И Давид. Едем в комфортабельном вагоне. Это суперсовременный поезд. Рейсовый. Новые технологии. Да, туда же есть полочки, мягкие сиденья. Столики такие универсальные, короче. Все, поезд уехал, а мы остались. Сейчас входим в лес. Вот мы входим в лес. Осенний лес уже поздний. Манит своей красотой. Сзади бабушки. Вот мы вышли к какому-то лесному пруду. Пруд, как из русских сказок. Вот реально. Такое ощущение, как будто сейчас вылезет водяной и заберет Давида за то, что он делает грязные вещи. Нашел гриб. Вот он какой грибочек. Ух. Это вот остатки лесной роскоши, которой осталось мало. Но она еще есть. Чем пахнет, Давид? Грибами, лесом. Короче, вкусным запахом. Приятно. Огонь. Идем дальше. Ну, вот такие наши любимые маховички. Это поздний маховичок. После дождика уже показываются вот такие вот маленькие грибочки. Давид нашел гриб еще один. Красавец вообще просто. Великолепно. Такой у нас лес. Поздняя осень, октябрь 2020-го. Давид на свой страх и риск сейчас будет кушать мухоморы, а потом поделится своими впечатлениями. Повторяю, это опасно для жизни, так что не повторяйте за Давидом. Давид полностью берет на себя ответственность за свою жизнь. Да, он не горький. Как по вкусу? Хороший. Какие ощущения? Да пока никакие. Ну что он напоминает по вкусу? Я не могу понять, но он не горький. Точно мухомор? Да. Что ты чувствуешь? Скажи. Калорно, просто цветок. Да, колор четкий. Давида уже начала переть, чувствую. Потихоньку начинает. Да. Короче, вот мухоморчик. Вот тут. Покажи, Давид, мухомор. Да, шляпку. Шляпка. То есть тут где-то. Ну сколько? Сколько грамм, как думаешь? Ну грамм 10-15, наверное. Вот весело сразу. Ну давай. Да. Смертельный номер, да. То есть, как бы я предупреждаю Давида, что это вредно, да, что последствия могут быть самые ужасные. Ну, наконец-то. Алексей, что мне закопали? С Богом. Ну что, Давид догоняется мухоморчиком. Чисто. Смертельный номер. Как по вкусу? Нравится? Вкусно?
A few moments later. Какой эффект идет? Постепенно нарастающий маленький эффект. Какой эффект, расскажи? Знаешь, состояние бодрости, веселья, момент такой. Маскировали. Вот мы нашли муравейник. Давид, что скажешь о муравьях? Это очень интересные насекомые, удивительные насекомые. То есть, если взглянуть, тут присутствуют рабочие, присутствуют солдаты. То есть, видно, как они замаскировали иголочками. То есть, ну, круто. Колония. Муравьиная. Муравьиный город. Вот она смотрит, собачки. Здорово, парни. Что вы хотите? Нечем вас угостить, нечем. Мухомора вы не едите, как Давид. Ну, пес с аппетитом каким есть, ест. Еще хочет. А